Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас новая игрушечка под названием PUFFS. Собственно, с самого начала прохождения хочется сказать огромное спасибо подписчице за подарочек кровоцапки. Спасибо тебе огромное, мне очень приятно. Ну что же, что это за игрушка? Спросишь ты, подумаешь сейчас. Немножко болтовни для начала. Можете ругаться в комментариях, что Sky много разговаривает, нежели проходит игры. Ладно, немножко поясню. Игра в жанре выживания, где представителям животного мира нужно будет сражаться за собственную жизнь в диких и жестоких природных условиях. Графика в игре требует особого внимания, можете даже, кстати, на заставочку сразу посмотреть, так как она является такой оригинальной и не похожей на другие игры, именно благодаря прорисовкам и анимациям данный игровой проект выделяется среди остальных тем самым, запоминается на долгое время. Немножко поспойлерю. Главная наша цель — это сделать все от нас зависящее, чтобы в конечном итоге отыскать наших родителей. Мы будем проходить через массу неприятностей, одолевать многочисленный нелегкий путь будет наполнен смертельными опасностями. Собственно, PUFFS — это игра в жанре выживания и симулятор. Приключенческая игра, казуальная игра, милая для одного игрока, симулятор, выживание, глубокий сюжет, атмосфера, ну и, собственно, приключения и исследования. Ну что же, начнем. Новая игра. Любовь и семья, тепло и комфорт укроют дитя от любых невзгод. Такс. Честно говоря, сразу признаюсь, я не смотрел нигде роликов по прохождению данной игрушки. Я даже не знаю, что здесь делать. Сейчас попробуем разобраться. Так. За кого мы играем? Я не знаю, но мне кажется, мы какое-то маленькое дитё в стае, либо в стадии животных. Похоже на волков, либо лисиц. По мурчанию это рысь. Могу ошибаться. Посмотрим в дальнейшем. Да, обратите внимание, все-таки вот правильно я сказал в самом начале, то что прорисовка анимации в этом проекте, они какие-то особенные. Хорошо. Оу. Да, действительно, выглядит, конечно, как-то непонятно и запоминающе. Так, правая кнопка мыши, мы, собственно, прыгаем, как-то охотимся, или что мы делаем? Ого, подождите, стойте, надо привыкнуть к управлению. Так, инвертация. Правая кнопка мыши, это мы, я так понимаю, можем нюхать, что ли? Задерживаем? Ага, точно. Так. Левая кнопка мыши, мы просто мяукаем. И чувствуем различные запахи. Окей. Так, куда нам нужно пойти? Так, подождите. Подождите, мне нужно разобраться с системой управления. Конечно, все так пока непонятно, что очень непонятно. Какие-то просторы, лес. Ну, игрушка, да, конечно, вот сразу я скажу. Как-то непонятно сделано, но сделано, мне кажется, с душой, с любовью, что ли. Что-то здесь все-таки вложено, даже в самом начале видно, можно понять. Да, а мы рысь, мы походу рысь. Семья рысей. Как это забавно, круто. Дикая природа. Ой. Малыши играют. И мы можем прыгать. Мы можем с ними играться.
Так, смотрите, да, мы зажимаем правую кнопку мыши, и вот эти силуэты, видите, выделяются, то есть это запахи других животных, и видно следы. Классно. Эйк. Что нам нужно сделать? Мы просто должны сейчас по сюжету как-то ходить, бродить, или что еще делать? Непонятная растительность. Так, пробел мы можем прыгать. Есть какое-либо задание? Какого-либо задания я не вижу. Ладно, пока что мы просто идем за мамой. Идем за нашей мамой. Может быть, это наш папа? Ой-ой-ой-ой-ой. Я же тоже могу кидаться на вас. Я же тоже могу сталкиваться. Кстати, посмотрите, мой окрас, по-моему, выделяется среди всех малышей. Я какой-то более светлый. Мне кажется, я выгляжу лучше их. Ага, мама пристально наблюдает, как мы резвимся на природе. Пытаемся охотиться. Так, есть бег. Собственно, это shift, ну, как обычно во всех играх. Так. Затаиться мы можем как-то, встать на спринт. Так, Ctrl это лежать, мы можем отдыхать, спокойно отдыхать. Если нажимаем Z, ничего не происходит. Окей. Ладно, пойдемте дальше. Конечно, да, так интересно, анимешно как-то сделан весь окружающий нас мир. Что даже очень непривычно играть. Ага, это кусочек мяса. Вот это кусочек мяса. По запаху? Да, это кусочек мяса. Совершенно верно. А у нас нет никаких показателей, да, чтобы мы могли как-то кушать. Хотя мордочка у нас красная. Я так понимаю, что мы покушали. Скорее всего, мы поели. Так, это была небольшая прогулочка. Небольшая прогулка с нашей мамой. И мы легли спать. Я так понимаю, что по сюжету должно начаться что-то очень нехорошее. Вот я прям очень подозреваю. Либо какая-нибудь непогода. Взгляни в небеса и найди свою цель. Открыты врата к новой мечте. Интересная загадка. Ночная охота. Ночная охота. Интересно. Так, а вот, кстати, сейчас я не могу шифтовать. Интересно, это по игре так задумано, что shift сейчас не должен работать, потому что как бы ночь, охота, мы должны быть очень-очень тихими. Держать наши ушки востро, как говорится, чтобы не пропустить свою жертву. Чтобы лишний раз не шуметь. Ладно, давайте посмотрим, к чему это все приведет нас. Так. Что? Это что такое? Давайте понюхаем. То ли это какая-то цель, то ли что это, не пойму я. Мама нам вроде что-то показывает, но я не понимаю, что нужно, собственно, делать. Просто нужно было дождаться?
Ладно, хорошо. Все-таки немножко пока непонятно. Что, зачем ты меня взяла в зубки и отнесла подальше? Зачем? Что я сделал не так? Либо, наверное, скорее всего, наша мама показала нам долину, да, видели там вдалеке долина такая была. И тем самым она могла объяснить, что в ту долину лучше не ходить. Потому что там может быть много опасностей. Посмотрите, насколько я маленький, что я могу даже в растительности скрываться. А вот сейчас мы можем бегать. Мы можем шифтовать. Хорошо. Но почему именно меня мама отвела? Я что, какой-то особенный, что ли? Смотрите, как они ложатся спать, да? Мне кажется, у каждого, у кого есть кошка, она вот так сначала перед тем, как лечь спать, она 10 кругов нарежет. Как будто место себе уминает. Сделать его помягче, уютнее, так сказать. Так, ладно. Хорошо, давайте посмотрим дальше сюжет. Мне прям даже очень интересно стало. Измучился, сбился с пути, и больше нет сил дальше брести. Разверзлись небеса, ты словно в бреду. Опасность за каждым углом, на каждом шагу. В мире диких животных, да, это так, собственно, и есть. Так оно и происходит. Пока что мы полностью привязаны к нашим родителям. Нам ни одна опасность не должна грозить. Так. Ага. Это... То есть, это карта? Светлый участок слева? Наверное, тот участок, где мы находимся. Ладно. Хорошо. Ой. Зачем меня опять взяли в зубы? Ну зачем? Что я сделал не так? Блин. Ну? Так, левый контрол. Красться. Мы можем красться. Контрол, да. Я понимаю, наша мама нас учит сейчас выживать в диком мире. Да, вы видели? Вы видели, да? То есть мама нам показала, как нужно красться, и она поймала что-то съедобное. Здорово. Мы вышли на охоту. Так. Мама призывает красться, мне кажется, нет? Хотя нет, все идут достаточно быстрым шагом. Блин, насколько мне нравятся их прыжки, это вообще прям потрясает. Так. Куда нас ведет мама? Кстати, а вот мы не были ни разу на каком-нибудь водопое. Может быть, мы идем к какой-нибудь к реке? Возможно, возможно. Оу, посмотрите, какая непогода. Так, мне кажется, мама что-то учуяла. Давайте понюхаем. Я пока что ничего не вижу. Кроме значка. Вот этот значок, это, наверное, скорее всего, вожак. Вожак стаи, стада. А вот и вода. Вот и вода, река. Конечно, я понимаю, что это, скорее всего, рысь, но почему в этой игрушке
у них какие-то обрезанные купированные хвостики. Не, ну я понимаю, что это этот проект, да, он какой-то оригинальный по графике, по анимациям. Но хвостики, блин, должны быть немножко длиннее. Ладно. Вода. Так, я, наверное, пожалуй, не буду заходить в эту реку. Мало ли чего, мало ли я могу утонуть. Потому что пока непонятно. Я думаю, мама нам должна все показать. Так, она нас ведет... Она нас переводит через реку. А интересно, как остальные малыши? Посмотрите, они гребут передними лапками. Да, они плывут. А меня переносят. Ух ты, ух ты, ух ты, какое сильное течение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Подождите, подождите. Я должен как-то выплывать. Подождите. Передними лапками плыть. Передними лапками плыть. Подождите, стойте. Нет, нет, нет. О, блин, что за течение? Почему? Что случилось? Я понял, там было очень сильное течение, и наша мама хотела нас по одному просто переправить на другую сторону реки. Но мой малыш не удержался. Озябла, промокла, в глазах ее страх, вокруг ни души, в голове кавардак. И душит вопросы, за что, почему, но время идти навстречу добру. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так понимаю, синяя анимация на моем... Можно буду я говорить котике? Это то, что он очень замерз. Так, ну что же, давайте вспоминать все то, что нас... Нам чего... Чему учила мама? Лягушка. Можем мы охотиться на нее? Интересно, в какие дебри нас забросило? Так, и куда нам идти? Что нам делать? Давайте пойдем прямо вот здесь. Давайте будем идти туда, где есть какой-нибудь хотя бы малейший проход. Так, вот здесь какой-то есть проход, и мы пролезли. Отлично. Я даже не знаю, насколько далеко нас унесло этим течением... Но явно нам придется очень нелегко выживать одному. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же страшно стало. Очень тяжело придется выживать в этом суровом, жестоком животном мире. Тем более, я не знаю, мы за время, так сказать, обучения, да, это было обучение в самом начале игры, не было... показано каких-то других животных, опасностей, либо еще чего-то. Нам мама не показала и не рассказала об этом. Стая светлячков. Что это был за треск? Что был за треск? Я не понимаю. Блин, звездное небо сделано классно, посмотрите. Так. Давайте определяться, может быть, по нюху. Так, запахов никаких нету. Абсолютно никаких. Ну, как я и говорил, будем идти по тем местам, где есть какой-либо проход. Ой-ой-ой-ой, ворона. Я надеюсь, она на меня не нападет. Так, вот здесь вот можно пролезть. Есть какой-то лаз, ступени. Вроде бы... А, мы же умеем прыгать, я и забыл совсем. Так, прыжки. Прыжки наши все. Опасности. Опасности могут быть везде. Ой, это что было? Что это было? Это грибы? Это какие-то грибы, видимо. А мы можем что-то кушать? Ни одного запаха. Это я так понимаю, подождите. Это растение? Или... Это какое-то было растение? Ладно.
Мы одни в этом далеком и страшном месте. Блин. Куда же идти там? Чисто логически думать. Ну, в принципе, есть вот здесь. Как по мне, проход есть. Так, мы не можем здесь прыгнуть, да? На эти камушки. Давайте еще раз. Нет. Сориентируемся еще раз по запаху. По запаху я ничего не нашел. Блин, что это за треск постоянно, который здесь происходит? Честно скажу, он меня очень пугает. И мне не нравится. Мало ли какой-нибудь... Правая кнопка мыши. Нюх. Определиться по нюху. А, вот, посмотрите. То есть мы идем по следам, которые были здесь оставлены. И мы можем видеть то, что было здесь в прошлом. То есть... Наша мама с нашими братьями, она была в этом месте. Они нас искали. Но мы лежали чуть левее в отключке. Да. Мы были без сознания. Shift не вечный. Да, я так понимаю, Shift здесь недолго работает. Все-таки как-то стамина заканчивается. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте пройдем дальше по следам. Следы, кстати, отчетливо видны даже без запаха, по-моему, насколько я могу видеть. Черные точки на земле. Ой-ой-ой-ой, тихо. Это кто? Это кто был? Это, по-моему, олени, да? Это либо олени, либо лоси. Идем дальше. Пока что можем смело бежать. В принципе, никакой опасности не видно. Они прошли через ущелье. Так я же рядом. Возможно, они сейчас здесь, где-то рядом на месте. Они ждут меня. Блин, интересная игрушка, конечно. Вообще прям оригинально так сделано, и мне это нравится. Да, я вижу, вот след. След ведет дальше. И мы можем видеть сюжет, силуэты наших родителей, куда они шли, по какой тропе шли. Что же, наверное, на этом прохождение данной игрушечки я закончу. Всем, кому понравилось, обязательно большой-большой лайк. Ждем нового прохождения. Спасибо еще раз, кровоцапки. До новых встреч.